В общем, я говорю Лехе, открывай, Леха, вместе с автосервисом еще этот самый, как его, гостиницу, да. Также бар и что там еще? Баню, сауну. И баню, да, сауну. Забегайте. Заходи. Зайчонок! Здрасте. Короче, это Полина, она сломалась. Сменяет меня. Я уезжаю, она приезжает. Я передал эстафету. Так это же надо сделать, в автосервис отвезти. Давай машину. В автосервис отвезем. Она вообще сломанная. Находи. Ой, 91. Привет. Привет. Привет, привет. Полин. Как тебе немецкая деревня? Не немецкая. Немецкая? Нет. Нет? Я была в Германии там, нет. Это русская деревня. А, ты не видишь? А ты мальчик или девочка? Девочка? А, прикольно. Погнали, погнали, погнали. Леха пытается попасть домой, потому что мы почему-то пытаемся попасть домой. Да, пытаюсь. Вот. Короче, Леху домой не пустили, мы идем на Октоберфест. Октобер. В немецкой деревне. Это такой день, когда все пьют пиво и жрут колбаски. Правильно говорю? Так точно. Вот. Идем. И сейчас еще с нами идет мимо. Приезжал, как правильно сказать, Hyundai i20. Да, сломалась машина. И да, девушка вот тоже идет. Так же, как и я, собственно, сломался. У Лехи и. Полин! С нами идет Полина. Что здесь будет сегодня? Сегодня, а я первый раз на таком празднике, так что я даже не знаю, что там будет. Ага. Первый раз сегодня бухает. Короче, я пойду посмотрю, спрошу, что там. Пойдем вместе. Может, надо сесть хоть на 5-10 минут, Лех, да? Вот, а еще сегодня день города Краснодара, и решили совместить с немецкой деревней. Почему Октобер проводится в сентябре, чтобы Краснодар сюда все не поперли, да? Да, и соединить здесь. Ну да, давайте так. Да. Немецкая деревня, лодка хаус, да. А я еще рыбки взял. Итак, а ни хрена не слышно? Ну, просто смотрите. Смотрите, значит, на коптерах летаем. Привет! Давай, привет! Подарок от Пензуру получает Наталья Цыганова. Наталья Цыганова, вы здесь? Да ну конечно, это бесплатно, ага, ну дадут. Да. В Германию надо ехать. Лех, а давай Полину. Ну, научим кататься на сегвее. О, кстати, лучше учиться на сегвее кататься. Прям, смотри, гироскутер? Да, типа. Нет, это не гироскутер, это сигвей. Сигвей. Это разные вещи. Сигвей, для этого надо. Короче, там два колеса. Чтобы. А гироскутер и одно колесо, да? Не. Гироскутер, там площадка двигается. А здесь и рулишь. Ну, что рассказывать, надо, чтобы научиться кататься, надо взять стакан. Выпить побольше. Сделать вот так. Загадать желание. Да. И чокнуться. И чтобы еще избылось, да? И да. Это чтобы не падать. А я, знаете, что думаю, Лех? Я думаю, что просто Полина сейчас заменяет меня, как, ну, блин, передаю тебе эстафету. Где эстафета? Вот, эстафета. Передаю тебе эстафету жить здесь. Не, ну а что?
я должен сегодня, вчера, позавчера уехать домой в Москву, но я еще здесь, на Октоберфесте. Ну вот, собственно, сегодня 23-й сутки, как я нахожусь в Краснодаре. И... Пошли за Лехой, потому что садится батарейка и еще на флешке места нет вообще. Блин, надо бежать срочно. Побежали. Много народу. Люберцы, Люберцы, привет. Артём. Артём, очень приятно. Вот, ставим лайки, подписываемся. А вам вот, ник Артёмкос. Артёмкос. Да. Так просто. Вы в блоге. А вы отсюда? Да. Класс. А я с Москвы, но я... У меня сломалась машина, я искал сервис и нашел друзей. Я здесь уже 3 недели. Мы вон там сидим. Здесь очень круто. Класс. Давайте вам счастливо отдохнуть сегодня. Счастливо. Пока. Нет, давай возьмем.
Так, отсюда. Я в очках ходу. Кепка. Лёха говорил, не заеду. А где Лёха? У него батарейка. При покупке однокомнатной квартиры. Привет. Привет. Артём. Пойдём запьём. Пойдём. Пойдём. Оп! Эй, ты какой хороший! Все. Лёха. Респект. Все, давай. Вот по пути. Ой, не говори. Нормально посидели. По-любому. Три недели. Три недели. Какой ты уже 24-й сутки путешествия? 22-3 недели. Он на том лимане я застрял.